Bizni hidayatga ko'ndirgan, kunlarimizga iman nurin in zinnatli narsa etib o'rnashtirgan Alloh subhanahu va taolaga hamda sanov maqtovlarimiz bo'lsa edi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, anin ashabi kiramlarina ko'nil turindan chiqqan rahmat salovat shariflarimiz bo'lsa edi. Iroq yaqinlardan kelib, g'usullanib, tahratlanib Kunlarin kimlerin paklap Allah-u Teala merin istimdeki farzını üteyim, Cumha namazında katnaşım diyen niyet bilen Allah yırtı meşitke, Cumha namazına kilgen gaziz Müslüman kardeşlerim, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuh. Allah Subhanahu ve Teala cümle bizge de sağlık selametlik, durmuşumuzga da hayır bereket birseydi, hem kılgan bütün gamellerimiz, Allah Subhanahu ve Teala rızalığı için her vakit bulup tırsa idi. Ve imi Allah'a всемилостиво милосердного. Хвала Всевышнему Аллаху Господу миров, которого прославляют все творения на небесах и на земле. Благословит Всевышний нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, его семью, сподвижников и всех тех, кто следовал, следуют и будет следовать по пути истины до дня Великого Суда. Глубокоуважаемые единоверцы, дорогие мои соотечественники! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух! Мира вам, милости и благоденствия Всевышнего Аллаха! Молю Всевышнего Аллаха даровать всем нам милости и его благоденствия в этот благословенный пятничный день. А свою пятничную проповедь в этот благословенный день я хотел бы посвятить теме знаний. В благородном Коране Всевышний Творец упоминает слово «ильм» – знание 750 раз, что делает его третьим по частоте использования после слов «Аллах» и слова «Рабб» – «Господь». Всем нам хорошо известен и тот факт, что именно призыв к чтению и познанию стал первым повелением Всевышнего Аллаха нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Ибо трижды Джибраиль, алейхиссалям, обратился к нашему любимому пророку Мухаммаду с этими словами «Икра, икра, икра». «Икра бисми раббика аллази халак, халак алинсана мин алак». «Икра ва раббука л-экрам, аллази аллама бил-калам, аллама л-инсана ма лам я'лам». Первые пять аятов, которые были ниспосланы нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Читай. «Читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее. Он сотворил человека из густка крови. Читай. Ведь твой Господь самый великодушный. Он научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего тот не знал». Упомянутую в этом, а также и других аятах священного Корана, письменная трость, которая называется «Аль-Калям», это символ не просто абстрактных навыков, а системных знаний, передающихся из поколения в поколение. В одном из достоверных хадисов, которые приводятся в сборниках имама Аль-Муслима и Аль-Бухари, имама Муслима и Аль-Бухари, приводится данный хадис. Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. «Инна Аллаха ла якбиду л'ильма интиза'а, янтази'уху мин аль-ибад». ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسعلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Поистине. Поистине Аллах не забирает знания, просто лишая его своих рабов. Но он забирает знания, забирая знающих людей, аль-уляма.
Когда же Он не оставит живых ни одного ученого, алима, люди станут избирать для себя невежественных лидеров, и им будут задавать вопросы, а они станут вносить фетвы, не обладая знанием, в результате чего сами собьются с пути и введут в заблуждение других. Вот о чем предостерегал наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Именно поэтому в деле получения знаний мы, дорогие мои единоверцы, должны держаться Кур'ана и Сунны нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Не поддаваться на провокации деструктивных сил, которые преследуют лишь одну цель – посеять фитну, смуту и вражду не только между представителями традиционных религий, но и внутри нашей же мусульманской уммы. В современном мире это становится особенно актуально, ведь почти каждый день мы сталкиваемся с теми, кто пытается сбить нас с прямого пути, навязывая чуждую для ислама идеологию. Получая же достоверные знания в религиозной сфере, мы бережем себя и своих близких от этих заблуждений и невежества. Познаем Всевышнего и становимся более богобоязненными, ибо в священном Коране Всевышний Аллах нам говорит: «Стаизу билля, иннама яхша Аллаха мин айбадихи л'улама». По-настоящему боятся Аллаха из Его рабов лишь знающие, аль-уляма. А наш любимый пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Никто не приобретал ничего ценнее знаний, что наставляет человека на путь истины и оберегает его от всего пагубного». Дорогие единоверцы, что же говорит нам история о создании системы образования в исламском мире? Задумывались ли мы с вами, что именно мусульмане в свое время дали своего рода направление развитию многоуровневого обучения в странах Европы, которые существуют и по сей день? Один из самых непростых периодов в биографии нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, был сразу как раз после битвы при Бадре. Мы помним это состояние. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, видя неграмотность аграрной Медины перед лицом аристократической Мекки, дабы компенсировать этот пробел, обязывал военнопленных мекканцев обучать мединцев грамоте в обмен на свободу. С самого начала ниспослания первых откровений пророк, саллиллаху алейхи вассалям, цитировал и разъяснял своим сподвижникам ниспосланные Всевышним аяты, обучал их религии и мудрости. Именно это время можно считать началом таких наук, которые появились известные нам тафсир, фикх, акида, ахляк и другие предметы. Воздвигнутая пророком, саллиллаху алейхи вассалям, первая в истории мечеть стала не только местом исполнения молитвы, но и образовательным центром. Следуя этой традиции, в столичных городах мусульманского мира примечетевские мадресе постепенно стали перерастать в огромные университеты со своими отдельными зданиями, в которых располагались удобные классы и многочисленные библиотеки. Именно так родились знаменитые сегодня университеты, нам всем известный университет Аль-Азхар в Египте, который изначально был мечетью. При мечети были курсы, и потом сегодня это является одной из известнейших академий исламской мысли, которая на протяжении тысячи лет уже функционирует. Пример можно привести и известный мировой университет Аз-Зайтун в Тунисе, и, конечно же, многие другие. В золотой век исламской цивилизации большинство составляющих ее народов были прекрасно образованы, а занятия науками – было очень почетно и популярно. Особо хотелось отметить, что эти мадресе мусульманских народов оказали большое влияние на возникновение системы колледжей и даже университетов в Европе.
Даже сама структура медресе со своими лекционными залами, научной школой, системой самоуправления, по сути, стала предтечей многих старейших университетов европейских стран. Ну а мы об этом сегодня не говорим и не задумываемся, к сожалению. Неизменным атрибутом знаний в исламском мире выступали и выступают на сегодняшний день многочисленные библиотеки, которые делились на частные и общественные. Обычно книги в библиотеках были расположены в отдельных помещениях и классифицированы по отраслям науки. Так нам в известной Кордове, современная Испания, омейядский халиф Хаким II построил библиотеку, где по преданиям хранилось 400 тысяч экземпляров книг. 400 тысяч. Лишь список наименований этих книг составлял 44 тома. Халиф Хаким II регулярно отправлял своих представителей в известные города, Багдад, а также в Сирию для приобретения книг и привлечения ко двору новых авторов. Двери этих библиотек были открыты для ученых, исследователей с разных концов земли, которые пользовались редчайшими книгами совершенно бесплатно. Сегодня мы с вами, дорогие мои единоверцы, современные мусульмане, должны продолжить, безусловно, это славное дело наших предков и восстановить былую славу мусульманской науки и образованности, причем не только в области богословия, но и во всех других отраслях науки и техники. Хочу особо подчеркнуть, что исламская цивилизация не ограничивала сферу научного интереса ученых исключительно религиозными дисциплинами, но и всячески способствовала развитию светских наук, при этом побуждая активно пользоваться научными изысканиями иных цивилизаций – индийской, древнегреческой, римской, египетской, византийской и некоторыми другими. И всем нам известный хадис нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, «Итлюбул ильм хатта фиссин» – «Ищите знания, даже если они в Китае». Но мы понимаем, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда говорил эти слова, еще ислам не успел дойти до Китая. Он тоже туда пришел рано, но, значит, там были те знания и науки, которые нам нужны были, мусульманской умме нужны были. И в этом отношении это еще раз подтверждает, что ислам и изучение, получение знаний – это, безусловно, очень широкая отрасль, которой мы, каждый из нас, должны заниматься. Будучи раскинутой на тысячи миль, мусульманская цивилизация не концентрировала науку в одном конкретном регионе, а во всех ее уголках, начиная от Багдада, Кордовы, и Кейруана до волжских Булгар, Самарканда и Индии активно функционировала образовательная система, выпускниками которой были сотни и сотни видных деятелей науки. Для мусульман России медресе играла особенную роль, поскольку позволяла не просто получить образование, но и сохранить ту почти неощутимую связь с единоверцами, воспитывая в людях религиозное и национальное самосознание. Что касается России, согласно истории, медресе в городах Поволжья были открыты еще в эпоху Золотой Орды, однако, к сожалению, были уничтожены после падения Казанского и Астраханского ханств в 1550-е годы. Но уже на рубеже 17-18 веков начинается новый этап возрождения на пути системы мусульманского образования. Так, при Екатерине II по закону 1773 года мусульмане получили возможность строить мусульманские храмы, при которых открывались мусульманские учебные заведения. Именно тогда появляются первые медресе в Казани, такие известные медресе, как Ахуновская, Апанаевская, Амирхановская. А уже в XIX веке на всей территории России, включая современное Поволжье, Северный Кавказ, Урал, и произошел, безусловно, расцвет исламского образования. Открылись сотни медресе с высочайшим уровнем преподавания. К
К началу 20 века именно мусульмане России предприняли успешную попытку возрождения традиции всестороннего образования, не ограниченного только лишь богословскими дисциплинами. Так называемые джадидистские новометодные мадресе сочетали в себе европейские и российские достижения в педагогике с лучшими традициями изучения ислама. Эти прославленные во всем мире учебные заведения смогли подготовить не только духовенство, но и интеллектуальную элиту многих мусульманских народов нашей страны, которая потом сумела сохранить веру в тяжелейших условиях жестоких гонений на религию. Да воздаст Всевышний Аллах им и их праведным учителям вечной райской обители. Дорогие мои единоверцы, нельзя не отметить, что в мадресе обучались как мужчины, так и женщины. Более того, в некоторых учебных заведениях готовили женщин-проповедниц, абыстаев. И ярким примером такого мадресе стало мадресе Буби, которое размещалось в селе Ишбобия Сарапульского уезда Вятской губернии. Ныне это Агрызский район Республики Татарстан. Открыто оно было еще в 1881 году, как приходское мадресе при Ишбубинской мечети имамом Габдельгаллямом Нигматуллиным. Через 4 года после открытия его дочь Мухлиса Буби, она в свое время достигла уровня кады, она решала вопросы кады при духовном управлении мусульман того периода, она создала женское мадресе и учебное заведение превратилось в своего рода исламский университет для женщин. Ведь наши жены, наши дочери, сестры, они, безусловно, ведут важную миссию, воспитательную миссию. Они воспитывают будущих мужчин, будущих президентов, будущих министров, имамов, просто людей. И, безусловно, женщина также должна получать образование, чтобы она через воспитание могла передавать все самое лучшее своему чаду. И сегодня, дорогие мои братья и сестры, мы должны возрождать и развивать систему исламского образования. Наши с вами мечети должны стать центрами просвещения с качественным уровнем преподавания и большими библиотеками. Помните, все в наших руках. Мы сами должны приложить свой уровень, все усилия, чтобы искоренить невежество, повысить свой уровень образованности, укрепиться в своих религиозных взглядах. Ибо в Священном Коране нам Всевышний Аллах говорит: «Инна Аллаха ля югайиру ма би каумин, хатта югайиру ма би анфусихим». Садак Аллаху лазим. Воистину. Воистину, Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. И сегодня у нас с вами уникальная возможность. Сегодня мы здесь, в Иваново, заложили основу, фундамент под создание такого духовного, образовательного, просветительского центра. И каждый из нас должен максимально приложить усилия для того, чтобы в ближайшее время мы радовались открытию стен этого центра. Но и самое главное, чтобы он был наполнен, этот центр, нашими детьми, нашим будущим поколением, которые бы получали образование и были интеллектуально развиты во всех сферах. Ведь говоря об обязанности получения знаний, мы не должны забывать изречение нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, который сказал: «Талябуль ильм фарида аля кулли муслим ва муслима». Поиск или получение знаний является обязанностью каждого мусульманина, и в том числе мусульманки. А как вы знаете, фард у нас делится на две составляющие: фард айн и фард кифая. Вот фард айн – это наша индивидуальная обязанность. Мы должны познавать ислам, мы должны познавать Коран, мы должны познавать сунну нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, мы должны получать необходимые знания, дабы укрепить себя в вере.
Но фардом кифая, нашей коллективной ответственностью, является как раз получение в том числе светских знаний. Кто-то становится инженером, кто-то врачом, кто-то педагогом, кто-то юристом, экономистом и так далее. И, безусловно, эти все профессии для мусульманской уммы тоже востребованы и тоже нужны. И все составляющие находятся в человеке, духовные составляющие, и то, что мы называем светское, безусловно, это укрепляет положение нашей уммы, и мы становимся крепкой, сильной общиной. И, безусловно, мы должны делать все от нас необходимое, чтобы получать эти знания. Еще раз напомню аят. Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. И начинать надо именно с самих себя. В завершение своей пятничной проповеди, дорогие мои братья и сестры, мне хотелось бы всех вас призвать к этому. Двигайтесь вперед. Получайте знания, не забывайте о своей религиозной идентичности, прививайте истинные духовно-нравственные ценности своим детям и внукам, ибо они – строители нашего будущего. Возрождайте мадресе. Просим Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля даровать нашему молодому поколению мусульман полезные и благие знания, чтобы каждый из нас нес свой достойный вклад в укрепление и развитие мусульманской уммы во благо нашей Родины, нашего Отечества. И да укрепит Всевышний Аллах наш иман и одарит духовными силами для совершения богоугодных дел и поступков. Аминь. Баракаллаху ляна ва лякум фил Куран ль-Азим, ва нафана ва якум биль аяти ва зикри ль-Хаким, иннаху хуль гафур рахим, аль-Джаваду ль-Карим, аль-Алию ль-Азим, ас-Самию ад-Дуа.